Здравствуйте, с вами Фифу ТВ и я его ведущая Диана. Весна – пора цветения и жизни, время новых перспектив. В конце концов, период с марта по май официально признан порой любви. Однако у некоторых она омрачена самым банальным, но не менее болезненным для любого человека событием. Именно после него доблестные рыцари ударятся в загулы, а девушки моют полы его майки. Да-да, речь о расставании. Начнем мы, пожалуй, с самой главной, да в принципе и единственной проблемы – это страдания. Чего стоят только грустные статусы ВКонтакте, немедленное размещение у себя на стене картинок про предательство. Дальше все почему-то ударяются в другую крайность – ненависть к бывшему партнеру. Планы мести и прочие блюда, которые лучше подавать холодными. Потом начинается мой самый любимый период – саможаление. Он проходит долго и нудно. Я сочувствую друзьям, близким, да и вообще всем, кто знает страдальца, ибо буквально дня через три они будут знать об объекте любви больше, чем о самих себе. В этот период принято рыдать ничком, писать ненавязчивые смс бывшим, драться, пить в барах и, естественно, жаловаться на жизнь. Ребят, спору нет, вам тяжело. Более того, кажется, что вы одиноки, как никогда ранее. Такими темпами можно впасть в депрессию, особо впечатлительные могут и попытаться покончить с собой. Кстати, потом все скатываются в неизвестно откуда взявшийся цинизм. Эти статусы в стиле «я одинокий волк», «любви в мое сердце вход закрыт». Ребят, вы не похоронили родственников, не голодаете и даже не участвуете в военных действиях. Зачем сопли? Выход есть. Первое – учиться, учиться, еще раз учиться. Красный диплом мало кому мешал. Второе – это спорт. ДВФУ предоставляет огромный выбор – бассейн, тренажерный зал, различные спорткоманды. А если вы не любите быть как все или скопление людей, то дорожки кампуса – идеальный вариант. Наушники в уши и беги, Форест, беги. Из плюсов – хорошая форма и прекрасное здоровье. В-третьих – работа. На кампусе или в городе уже ваше решение. Четвертое – языковые курсы. Военный переводчик, школа конфуция или просто знаток иностранного в своей сфере – выбор огромен. Кстати, это огромный плюс в резюме. Оставайтесь с FIFA TV и депрессируйте правильно.